Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о домашнем периоде развития. Сегодня я хотел бы немного продолжить о первом начальном годе жизни человека. И больше, наверное, с уклоном на отца. Почему это важно? Потому что, как бы мы с вами не хотели много времени проводить с нашим малышом, у нас в любом случае это не получится. В любом случае мать будет проводить больше времени. У ребенка будет больше взаимоотношений с мамой, он будет больше получать от нее ласки, больше ободрения, больше одобрения, и он будет в большей мере вовлечен во взаимоотношения с ней. Но мне кажется, что для каждого из нас, как для отцов, очень важно, чтобы наш сын, особенно если это сын, хотя мне кажется, это важно и для дочерей, в равной степени понимал, что у него есть любящий отец. Не отец, который есть, присутствует, он занят какими-то важными делами, а именно любящий отец. И вот этот первый год жизни ребенка, он очень важен. Мне кажется, нам стоит сделать над собой усилие и посвятить максимально много времени, вытесняя даже иногда маму от пеленального столика, от купания ребенка в ванночке, от вытирания попок, от смены памперсов и так далее. Чем больше вы соприкасаетесь с вашим ребенком, чем больше вы его тискаете, чем больше вы его целуете, чем больше и чаще вы его обнимаете, тем в большей мере и глубже закладывается основание отцовской любви, которая будет востребована в более поздние периоды развития ребенка. Если вы этого не сделаете, потом вам придется преодолевать достаточно серьезные проблемы. Их можно будет преодолеть, но зачем это делать, если можно просто избежать? Тем более, что общение с ребенком, оно доставит пользу не только ему.